Да похуй вообще. Ты жив? Ты где? Что с тобой? Алло! Тебя! Блять! Почему написано Александр Лукашенко? Это Бен, блять! From Kiev, Ukraine, weighing in at 177 pounds. And from New York, weighing in. Да я from New York, алло, блять. From Russia, KGB. And Oba. From the pits of hell. Ну давайте сейчас, опа, ебаща, легендарная битва будет, финальная. Ебать, их в клетку заперли. Ой, сейчас что-то жестко прям будет. А Лукаш, короче, на Байдена. Блядь, а там еще это. Что-то я не понял, что за хуйня? Они вдвоем начали мутузить, блядь. Зеленского и Байдена, что за хуйня? Так, а что Байден отдыхает, блядь? Лежит, сука! Так, что-то я не понимаю, блядь, с Байденом все плохо. Бля, Зеленский, тащи, давай. Ты должен за всех отдуваться, походу. А, ебать, ничего себе, Байден! Бэм, блядь. Так, подождите, у нас получается... А, чё такое? Чё с Путиным? Ебать, чё он делает с ним? Что это такое? Ай, блядь, он ему руку сломал! О! Охуеть, охуеть. Чё происходит? Опа, и все, ваши не пляшут. Нет, пока пляшут еще. Погоди. Бля, где моя банда? Почему она мне не помогает? Ударь его в спину ножом. Стены толстые, бог кунг-фу не увидит. Блин, какие же у нее классные сапоги. Я не могу, чат. Хочу, аж свербит. Goes the hammer, run when you hear that sound. Heroes. Но они живые люди, которые общаются друг с другом. Мне так спокойнее, что ты рядом. Я не хочу сдохнуть под вонючей горой гномов. Не пизди! Здесь все чисто! Здесь все облито пивом! Чё подорвать здесь? 7 минут! Блять, вы что, гоните? Обычно люди соображают быстрее. Пошел в жопу! Что? Так ведьмаки развлекаются?
Лучше б тебе не знать, как они развлекаются. Ну блин, уроки фехтования. Пофехтовать, ну че вы. Скрестить шпаги, ну в смысле. Ох, пидор. Зачем ты это сказал, объясни мне. Зачем ты это сказал, зачем? Пошла борьба. Смотрите, какой грязный прием проводит спортсмен без трусов. Переворот, клинч, партер, захват, еще захват. Болевой прием, мне кажется. Мне кажется, что бой закончится нокаутом. Походу. Что за звуки? Справа. Блять, этот, блять, пизда. Это не совсем попал. Горю, да? Аппарат сделан, ничего, но с маленькими нарушениями. Что это? Трубка паровая идет не сверху, а сбоку. Холодильник.